Добрый день всем! С вами я, дирижер Мария Романова. Это вводный курс по оперно-симфоническому дирижированию. Третий урок. Сегодня я расскажу вам о том, какие группы присутствуют в симфоническом оркестре. Основных групп 4. Первая группа – это струнные, смычковые инструменты. Первые скрипки, вторые скрипки – альты, виолончели и контрабасы. Вторая группа – деревянные духовые инструменты, включает в себя флейты, разновидности флейт. Флейта пикколо, альтовая флейта, гобой, разновидность гобоев, английский рожок, кларнет и его разновидности. Кларнет пикколо, бас-кларнет. Фагот и его разновидность контрфагот. Третья группа – это медные духовые инструменты. Включает в себя трубы, валторны, тромбоны и тубы. И четвертая группа инструментов – это ударные инструменты, которые делятся, в свою очередь, на две подгруппы. Это мембранофоны – то есть инструменты, в которых звучащим телом является натянутая мембрана из кожи или пластика. К ним относятся литавры, барабаны, бубен, бонго, дхол, том-томы и другие инструменты. И следующая подгруппа – это идиофоны. Инструменты, в которых звучащим телом является весь инструмент. Гонг, там-там, либо состоящие из целиком звучащих тел. Треугольник, ксилофон, маримба, вибрафон и колокольчики. Также к оркестру часто добавляется фортепиано и арфа. И если оркестр имеет эстрадную направленность, то возможно добавление электрогитары или бас-гитары.